Татьяна Марат и Илья Авербу выбрали композицию Робби Уильямса «The Best». Это символично, они лучшие. Остановись, нельзя пить на работе, даже если ты король. Тем и хорош король, что он не пьет на своем рабочем месте. Замечательный танец получился. Конечно, немножко сложности со стороны Марата не хватило, но ту поддержку, которую ребята выполнили, я ее по-своему назову разновысокую. То есть сначала Таня на самом верху, а потом потихонечку, но очень элегантно сползает Марату на колени. Ну и, конечно, нельзя не отметить смелый Танин костюм. Правда ведь? Не обязательно быть полностью раздетой, чтобы быть такой сексуальной, как Татьяна Навка. Это что-то.